Проблема очередей в детские сады остро стоит не только в Одинцовском районе, но и во всем Подмосковье. Поэтому вопросу строительства дошкольных учреждений муниципальная власть уделяет самое пристальное внимание. Все детские сады мы держим на особом контроле. В этом году мы должны ввести в эксплуатацию 11 детских садиков, что соответствует заявленным обещаниям и по прошлому году, и в моем послании в этом году. В январе, максимум феврале, мы должны сократить очередность в детские сады в ноль, превратить ее в ноль. Мы начинали с 8 тысяч 2 года назад, и вот такие амбициозные планы ставили себе на эти 2 года. Инспекция строящегося объекта в селе Юдино состоялась на следующий день после того, как Андрей Иванов получил информацию о том, что сроки сдачи детского сада могут сдвинуться на более поздний период. Вчера получил на электронную почту сообщение о том, что идет срыв графика при строительстве этого детского сада, поэтому оперативно среагировали, собрали технического заказчика за компанию, которая строит детский сад. И впечатление самое положительное. Значит, никакого срыва нет. Директор муниципального предприятия «Капстрой» Валерий Огнерубов также опроверг поступившую главе информацию и пообещал сдать детский сад вовремя. В настоящий момент подрядчик заканчивает внешнюю облицовку здания и отделку внутренних помещений. На объекте уже смонтированы системы водоснабжения и вентиляции, подведены электричество и канализация. После запуска котельной, возведенной по соседству, в детский сад попадет тепло. На первом этаже будут располагаться медицинский отсек, пищеблок, зимний сад и бассейн. На втором оборудуют методические кабинеты, залы для занятия музыкой и физкультурой. Всего детский сад сможет принять около 250 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Благодаря его открытию очередь в детские сады района сократится. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».